Перед вами раннеспелый салат Лола Бионта. Через 30 дней после посева он уже формирует урожай. Это полукочанное растение с ажурными красивыми листьями, нежными на вкус. Его можно выращивать круглогодично в обогреваемых теплицах и в открытом грунте. Зачастую в супермаркетах вы встречаете конкретно данный вид салата. Рекомендуем посеять его у себя на садовом участке.